Добрый день, дорогие друзья! Я главный редактор журнала «Гитарист» Валерий Волков. И я рад приветствовать сегодня у нас в гостях гитарист Данис Щербаков. Так вот, с Данисом мы познакомились по приглашению Александра Винницкого на концерте. Кстати, у нас был такой клуб, он закрылся, но сейчас он существует в другом месте. Это у камина был. А с Данисом мы более так это конкретно уже познакомились в Калуге на знаменитом фестивале «Мир гитары» у Олега Акимова, где великолепные звезды играют, такие как Пако де Лусио, Олди Миола, Джон Маклафлин, Ларри Кариел и так далее, Дебара. Многие известные гитаристы со всего мира приезжают в Калугу. Сегодня мы хотели бы с вами поговорить о замечательной технике. Техники фингерстайл. И многие немножечко путают понятие фингерстайл, считают его, что это как бы направление такое в музыке. Нет, это, в общем-то, техника, которая включает все направления музыки, различные жанры, стили и так далее. Да, это техника приема. Техника приема. Что касается, как добиться этого, как научиться играть техника фингерстайл, сегодня Данис нам подробно расскажет. Причем мы остановимся на таких ключевых моментах, очень важных для как для начинающих, для тех, кто уже какой-то техникой определенной владеет. Угу. Прошу. Да, вот я хочу сегодня рассказать о том, как я начинал это делать. И у меня были ошибки такие же, как сейчас делают ребята, которые начинают только изучать эту технику. Я, как и все, был впечатлен и до сих пор впечатлен игрой нашего великого мастера Томми Эммануэля. И главная ошибка – это тогда, когда человек сразу начинает играть эти вещи. Музыка Томми Эммануэля очень сложная для гитары. Это совсем другой инструмент. И вот нужно в первую очередь пройти несколько этапов. Вот этих этапов посмотреть. На чем же основана эта техника? Итак, разберем первое. Это игра медиатором. Первая техника – арпеджио. Посмотрите, очень простой прием. Сейчас я буду показывать, как можно взять вообще любой аккорд. Вот теперь посмотрите, на чем строится. Я сейчас сыграю вам пятую, четвертую, третью, вторую. Вот это переменный штрих. Вниз-вверх. Теперь я сыграю 5, 4, 3, 1. Итак, чередуем 5, 4, 3, 2, 5, 4, 3, 1. Очень много пьес у Томми построено именно на этом арпеджио. Можно добавить бас, чтобы не было скучно. Вот с этим надо немножко потрудиться и очень медленно это проработать. И потом следующий прием. Я могу совмещать, как делает это Томми в некоторых пьесах. Он добавляет к арпеджио ритм. Это очень просто, посмотрите. На обратном пути мой медиатор захлёстывает уже несколько струн. Сохраняется и арпеджио, и получается... Вот это упражнение без нагрузки для левой руки. Теперь продолжим. Сочиняйте маленькие какие-то импровизации, этюды. Вот посмотрите, я беру ля минор опять-таки. Mm-hmm.
можно придумать какие-то свои версии. Вот это одна из самых главных первых принципиальных техник. Арпеджио. Данис, вот получается такая ситуация, что фингерстальщики все ассоциируются с вот этим когтем. Mm-hmm. Понятно, что это как бы прошло от банджистов, да, у нас есть специальные когти для тех, кто играет на банджо. Но вот этот как бы коготь, это не получается неотъемлемый атрибут фингерстальщика. Да, это одна из... То есть ты его надел... И неважно, да, что ты играешь и как играешь, и ты сразу же играешь техникой фингерстайл, можно так сказать? Можно, но надо правильно извлекать опять звуки. Расскажи подробнее, потому что их много всяких модификаций, да, и ты играешь не только когтем, да. Ты играешь и вибратором, да, причем сейчас мы расскажем об этом подробнее. Ты прям его не заточишь. Вот я, например, честно скажу, что я его для себя подточил, потому что мне показалось так более удобно. Наверное, понимаешь, да? То есть можно это, да. Но и Чет Аткинс, и Томми Эммануэль играют именно таким когтем, да? Да, обычными. Обычным когтем, то есть все. Там, это стандартный, да? Стандартный, обычный, стандартный, да. Но здесь есть очень много хитростей именно в звукоизвлечении. Во-первых, свои уроки я... всегда опять начинаю с малого. Это нужно брать только, допустим, бас. Как правильно исполнять бас? Дело в том, что это, весь этот фингерстайл – это большой фокус, потому что звучит несколько инструментов. Как этого добиться? Вот на примере, допустим... Что здесь, значит, у нас произошло? Начнем с баса. Это свинг. Очень важная часть в свинге — правильно извлекать, именно научиться слышать, как должен работать не твоя шестая струна, не пятая, не четвертая. Вы должны это представлять, что это играет бас-гитара, действительно. Это другой тембр. Во-первых, я делаю такое глушение, чтобы у меня... был совсем другой звук такой. Ну, классиков тоже есть такой. Да, прием, да, да. Когда да. Глушение струн идет. Ладонь. Вот. И второе. Делится. Посмотрите, 4 ноты. Ну, для свинга не хватает ударника. То есть, что я сделал? Я ударяю, и также все-таки звук этот нужно постоянно глушить. Вот. И на фоне этого баса у нас очень хорошо будет читаться мелодия и ритм. Тогда все будет прозрачно. А вот если мы так сыграем, как на классической гитаре, все уже потеряется, весь шарм. Понимаете, да? То есть, нужно начинать с того, что можно поиграть... а какие-то даже этюды для контрабаса. Вот, чтобы... Я обратил внимание, что у тебя как бы не постоянно кисть глушит струны. То есть она эпизодически, самое хитрое, что когда надо, да, она прикасается. Именно. Когда надо. Рука... Это как хитрость в левой руке. Да. Да? Когда надо, то есть ты отпускаешь, и идет автоматическое глушение. Да. Рука свободная. Значит, мы разобрали бас. А теперь еще я хочу к более популярному виду, как Томми Эммануэль в шутку назвал этот прием... бумчик. Что такое бумчик? Он назвал бумчик, бумчик. То есть это бас-аккорд. И Томми очень наглядно показывает, но вот нужно всегда самому пробовать и придумывать какие-то нюансы. Вот, допустим, посмотрите, эй, ухнем.
Так далее. Можно любую взять такую же мелодию. И вот здесь второй бас-аккорд. С чего начинаем? Также глушение. Следующее. Можно добавить педаль нашу. Аккорд. И еще маленький нюанс. Мы не выходим из этого ритма. Из этого темпа, но меняем ритм. И так далее. Все, что угодно, можно опять в таком же ключе подать. Вот. Есть маленькие ритмические рисунки. Стоит только их добавить, и меняется совсем рисунок. Вот посмотрите, как, допустим, на примере извозчика, что я сделал. Я сделал постоянное такое подначивание этим указательным пальцем. То есть мы сейчас разобрали с вами несколько вариантов игры бас-аккорд. Вот это основной принцип. И не забывайте про технику глушения. Ты знаешь, вот, собственно, классические гитаристы тоже играют. Многие дети там в музыкальной школе, например, пытаются играть как... какие-то упражнения по нотам, именно country music, да? И мы знаем, что кантри-музыкантов очень много. Они играют и на электрогитарах, и на акустических гитарах, и с вокалом, и в группах, и так далее. Там. Хотелось бы сейчас остановиться именно на гитариста, который играет сольно на, как бы, на акустической гитаре. Ну, можно сказать так, это блюграссовые гитаристы, как угодно. Но самое интересное, что вот ты в своей технике почерпнул от других музыкантов, от других гитаристов, от других направлений? И что на тебя большее влияние оказали все-таки гитаристы, там, кантри-мьюзик играющие просто на акустике или электрогитаристы, играющие в разных направлениях? Потому что сейчас мы будем рассматривать все-таки такой... как бы приборчик, который классические гитаристы не всегда долюбывают, говорит, он играет медиатором, и он не наш, понимаешь? Я хотел бы сейчас, чтобы сразу ты показал свой медиатор и тот стандартный медиатор, специально который, как бы, ну, да. Вот, вот это мои медиаторы, которыми я играю, они мне более подходят для акустической гитары. Все идет от того, что чем толще струны, в принципе, тем толще медиатор. Я играю на 11-х. Я могу играть на 12-х, но это не позволит свободно играть ту музыку, которую я играю. Потому что моя музыка тоже очень много впитала от кантри-музыкантов, которые играют на электрогитаре. А эти приемы, там очень много легато левой рукой, срывов. И поэтому мне удобно играть на 11-х. Но этот медиатор, он мне, честно говоря, не подходит. Я... привык. Покажи их просто в сравнении, да. Потому что он, смотри, какой толстый, да, и вот да. Этот черненький, да, тоненький, да, такой, ну, стандартный, который продается в магазине, да, это, чтобы было понятно, что это такой совсем другой немножечко медиатор, да. Этот медиатор, им играют джипси-музыканты, то есть это цыганский джаз, стиль Джанго Рейнхарта, потому что этим медиатором очень хорошо извлекать приемы от мелкой техники, вот. Но арпеджио им играть очень сложно. Вот. И есть медиатор потоньше. Это два... Вот представляете, это 2 миллиметра. А этот, наверное, не знаю, 5-4. Ну, наверное, да. Он даже не лезет сюда. Вот. Дело в том, что
Почему треугольный? Я играю всеми гранями. И для меня уже это удобство в руках. Вот маленький медиатор, посмотрите, я, допустим, играю... Я его взял и могу играть в слэп. Большой, очень удобно. Раз убрал, играешь другим стилем. А в это время ты его внутри держишь, да? Да, его как будто нет, но я его использую. Как фокусник. Наверное, так. Ну и вот поговорим о том, как все-таки очень большое влияние идет от электрогитаристов. Вообще очень много приемов. Каких-то все оттуда. Электрогитара очень богатая разными направлениями и стилями. И развивается с бешеной скоростью. Но если ее применять, потому что, как вы правильно сказали мне при встрече, вы любите эту музыку и любите этот инструмент. Вы занимаетесь классической гитарой, но любите еще акустическую. Потому что это такой переход от классической и электро. Есть мостик такой, да, определенный. Да. Я всегда считал, в общем-то, что вот именно техника фингерстайл, угу, это такой мост между электрогитаристами и классиками. Да. То есть и моя задача, вот как бы одна из задач, чтобы не было пропасти, чтобы как бы отдельно лагерь там классических гитаристов. Никто не говорит, что надо смешивать там, но оно, жизнь сама показывает о том, что происходит смешение. Да. Потому что гитаристам, ты мне тоже недавно сказал, когда ты учился в консерватории, ты спросил, говорит, а как мы зарабатывать деньги будем? Самый неприятный вопрос для преподавателя консерватории, для профессора. Говорит, а как мы деньги будем зарабатывать? Где мы будем? Что мы будем делать? Поэтому гитарист, он должен работать в разных форматах, и жизнь сейчас такая усложняется. Да, должен уметь многое, конечно. Уметь многое, да. Особенно импровизировать, но это мы потом отдельно, да, к этой теме. Ну, и вернемся к тому, что вот сейчас я расскажу о смешанной технике. То есть мы не играем только медиатором. Мы используем медиатор и пальцы. Эта техника, она берет корни от города Нэшвилл. Нэшвилл в Америке самый город, это город кантри. Оттуда родились очень многие там традиции кантри. И вот они называют этот стиль chicken picking, курица-медиатор, потому что эти звуки очень похожи. Вот. И потому что используется медиатор, который приглушает и все время с пальцами. Некоторые играют вот так, как Элдемио, да? А эти ребята играют так. То есть они используют и медиатор, и пальцы. И вот это тоже пошло еще и от банджо. Вот. Теперь я расскажу подробно, как я использую это. В этом стиле фингерстайл не теряется ни бас, ни мелодия, ни ритм. Вот есть у меня такая пьеса, она называется «Харли Дэвидсон и ковбой Мальборо». Я играю ее как раз в смешанном стиле. Вот посмотрите. Сыграл медленно, чтобы было понятно, что я здесь делаю. Одновременно я извлекаю бас и несколько нот. Все, аккорд звучит. Вот теперь разберем, как к этому подойти. Можно сделать так. И поиграть просто пальчиками, без баса. Почувствовать. А теперь добавляем бас. Вот получился у нас ритм блюз.
При этом, опять-таки, есть удар. Вот таким приемом можно тоже поэкспериментировать и поиграть какие-то знакомые для вас мелодии. Потому что фингерстайл — это такой стиль, который требует, в первую очередь, творчества от человека. Нотная база очень слабая. Так ты говоришь, что фингерстайл все-таки стиль. Стиль игры, да. Но не жанр музыки. Это все, этот стиль. Фингерстайл — техника, да? Да. Мы подразумеваем, конечно. Техника, и вот, да. Посмотрите, так. Если мы добавим. Понятно, да? То есть бас, остината. А дальше все делают пальчики. Вот. Это тоже один из видов этой техники. Бас-остинато. А теперь поговорим, как гитаристы называют, банджо-ролл, круги. То есть, вот это уже техника Нэшвилл, да, вот. Эти пальчики надо развивать. Вот. Еще один вид смешанной техники. Я показал до этого бас остинато, делал акценты. Теперь я на примере своего произведения «История одной чайки» вот расскажу, как я использую эту технику. Вот небольшой фрагмент. Вот это переплетение я также взял от американских кантри-гитаристов. Что происходит? Я добавляю медиатор. Да. Еще один вид. Это следующая вариация. Я сразу же беру интервал. Система классического обучения во всей стране, правильно? И в основе обучения всех детей в музыкальных школах лежит классическая гитара. Вот твое становление, вот ты начинался именно как классический гитарист или нет? Я нот не знал, я музыкальную школу не заканчивал. Я играл по слуху. Это были сначала песни, потом я понял, что действительно мне нравится, как играют гитаристы соло. Я начал сдирать это все, снимать. А потом, когда я закончил школу, я уже поступил в училище культуры и попал. Нет, ты музыкальную школу не заканчивал. Нет, вообще. Поэтому... То есть не учился, да? Ну, а у тебя база есть классического гитариста? То есть ноты ты знаешь? Ну, я закончил консерваторию. Это понятно, потом. Да? Консерваторию, не зная нот, ты закончишь. Конечно. Хотя все возможно. Да. Слушай, а вот где ты... Тебе помешало освоение классической техники? У кого ты учился именно классическому звукоизвлечению и так далее? Ведь чтобы учиться, наверное, в консерватории, ты научился на эстрадном отделении, нет? Нет. Я поступил в училище культуры, да. Прекрасному училище. Человеку, педагогу, моему другу Вадиму Шамаеву. И вот здесь он стал из меня делать классического гитариста. То есть все, вплоть от посадки. 3 года обучения я прошел в училище культуры. Как классический гитарист. А ты тоже работаешь, да? Да. Поступил в консерваторию. К
моему преподавателю, к моему шефу, как мы его называем, Виталий Вакифович Харисов. Да. И вот здесь вот тоже очень мне повезло с человеком, потому что Виталий Вакифович, он профессиональный композитор, и он увидел во мне способность создавать музыку. Он всегда какие-то давал советы, специально меня теребил. Ты доделал вот это, то, что ты мне показывал. И мне приходилось, мне, да, мне бы было это интересно. Тебе приходилось все-таки играть на гитаре с какими струнами? Ведь мы, обрати внимание, мы играем на гитаре, вот я, у меня в руках гитара с нейлоновыми струнами, да? А у тебя гитара с металлическими струнами. И как бы обучение в консерватории на гитаре с металлическими струнами, по-моему, это нереально. Вы хотите узнать, когда я, да. Да. Как это вот? Тебе приходилось играть все-таки на нейлоне, ногтями, как обычно, техника, да? Да, конечно, конечно. Ну, я играл серьезные пьесы, я играл вторую партиту Баха с Чиконой и концерт Аранхуэса, там вторую часть. Были такие же серьезные программы. Даже у меня есть там лауреатство в классической гитаре на Украине. Вот. А потом на пятом курсе я увидел Томми Эммануэля. Это и... в училище, да? Нет, в консерватории. Уже в консерватории, да. Да. Это какой год был? Это был 2005 или 2006 год. То есть это не так давно, в общем. Да, да, да. Ну как, не так давно, конечно. Вот. И вот тогда я понял, мне сейчас самая главная цель – доучиться на классической быстрее, быстрее, и я хочу этим заниматься. И у меня ушло полтора года на то, чтобы это, я много думал, что мне делать с ногтями. Это же я убирал их и не мог играть. И мне пришлось полтора года учиться. Играть без ногтей. Без ногтей. И у меня был такой, я уже не могу на классической играть гитаре. И еще не научился на это. Я был в такой прострации полтора года. Да, но с другой стороны, вот Эмилио Пухоль, он всю жизнь поддерживал систему игры на классической гитаре без ногтей. Угу. Здесь поэтому как бы сел для души, взял и гитарку, и играешь без ногтей. И я сам пробую, вот у меня ногти иногда просто от работы портятся. Угу. То есть сломались, ну что делать там? Понятно, что если на большом пальце сломался, можно одеть коготь, да, если тебе надо там, допустим, все-таки ногтевой удар получить, можешь хоть там фламенко долбить на большом пальце. Ногтевой удар. А что касается вот этих, можно играть короткими, наверное, ногтями, или ты вообще не используешь? Нет, я не использую, потому что есть определенный вот призвук, да? Да. А вот это вот цоканье уже мешает. Хотя некоторые считают, что гитара щипковый инструмент. Да, вот этот чистый подушками звук, он очень мягкий. Как ты технику эту осваивал именно на гитаре с металлическими струнами? Ты путем того, что ты подсматривал где-то? Да, естественно. Тебе в консерватории кто-нибудь этому рассказывал? В консерватории здесь вообще ни при чем, потому что это, ну, это другая жизнь. Консерватория мне помогла, она мне дала образование, вкус. Она мне дала какие-то другие вещи. А здесь это технически совсем другой инструмент. И поэтому это Томми Эммануэль, естественно. У меня был этот концерт. Но он тебя не лично же учил? То есть не лично, но у меня на есть... На видеозаписях ты учился, да? По у меня есть такая... Я трудно обучаемый человек. Но я учусь только сам. У меня вот это есть хорошее качество – учиться самому. И я начал смотреть. Естественно, я его учил как язык. Это утром встаешь, чистишь зубы, ставишь этот концерт. И этот язык, он, это совсем другой язык. Он тебе, ты не понимаешь, как это звучит. А сейчас я уже, когда играет Томми, я знаю даже каждую фишку, пример. И в импровизации я знаю примерно, что он будет делать, потому что я его изучил до мозга костей. Вот. И поэтому мне пришлось именно таким путем. Сначала я много слушал. Это мозг, а потом уже пальцы. Ну да, вот как говорят, не всегда хорошо копирование. В данный момент это очень хорошо, когда идет копирование, да? Копирование на первых этапах нужно. Ты должен добиться вот этого правильного. А потом самая сложная проблема – это найти свое лицо. А вот да, а уже найти свою музыку. Свою музыку, да. Свой репертуар. Конечно. Свой репертуар. И я знаю, что он у тебя есть. И ты, да, подошел к тому, что ты сочиняешь, да, свои, и я композиции. Я много делаю акцент на русскую, да, музыку. Да, причем, ну, с русским таким... стержнем, да, серьезно, да, да, да. И вот, может быть, ты кое-что нам сыграешь, покажешь, да, фрагменты с элементами, да.
Я еще уже знаю твою композицию, мне очень понравилось. Вот ты любишь советских композиторов Да. советского периода, и вот, например, у тебя пьеса такая есть «Извозчик», да? Да, Это Богословский. да, и очень прикольно ты сделал там, и вот ты показывал на концерте, да, и рассказывал, когда мы собирались вот недавно в «Аккорде». Так мог бы подробнее как бы Да. показать ее, да, остановиться. Прикольная песня, там тоже есть свои фишечки, как ты Конечно, говоришь, да? конечно. А, вот каждая пьеса, ты должен первое найти образ. Важно видеть, предвидеть и нарисовать сначала сценарий как режиссер в голове. Что же будет? В чем интрига? Где? И вот когда ты смотрел такие фильмы, как «Золотой теленок», там, дело было в городе Н. Я сразу же делаю из того, что вопрос. Извозчик. Что такое извозчик? Это лошадь. В первую очередь должна быть лошадь. И начинаем. Где-то издалека. Вот простой пример. Что я сделал? Я повесил педаль. Вот. Здорово.
Спасибо. Слушай, а получается такая интересная там фишечка, там ты используешь и большой палец, я смотрю, в левой руке, да, когда надо. Гриф позволяет. И гриф, я обратил внимание, он немножечко даже такой полукруглый, да? Чуть-чуть, как есть такая, чуть-чуть. Небольшая. Да, и вот он очень удобный именно для скольжения, все, лады хорошо должны быть сделаны. Вообще уникальный инструмент. Слушай, ну, мы можем даже сделать рекламу, да, этому инструменту. Да, да. Это гитара, на которой играет одной из такой гитар, пользуется Томми Эммануэль, да? Фирма Мейтон. Мейтон, да, австралийская, да, фирма Мейтон. То есть прекрасный инструмент. Да. Слушай, я хотел тебе еще спросить, вот у тебя была очень интересная композиция, и есть она, «Встреча на Эльбе», где ты показал вот как бы элементы фингерстайла, то есть техника фингерстайла, но и на русских как бы песнях, да, на русских мелодиях российских и американских. Да, да, да. И вот ты это соединил все, сопоставляя, перемешивая все это. Да. А можешь вот как бы ее изобразить, и потом там такие есть прикольные вещи. Я немножко сыграю. И просто я взял темы. Первая тема – это легендарный гитарист Мерл Трэвис. Это тема его. Дальше американская тема. И я взял «Ой, цветет калина», «Подмосковные вечера» и «Катюшу». Вот теперь начнем опять. Прежде чем я делаю какую-то аранжировку или сочинение, для меня очень важен всегда риф. Риф тот, это тот двигатель, по которой тебя узнают. Допустим, Майкл Джексон сделал. Все, этот риф говорит о том, что это Майкл Джексон. Кто-то сделал какие-то Бон Джови. И так далее. Вот эти все рифы, как Deep Purple. И так далее. Все вот это, оно приводит к узнаваемости. Откуда эта вещь? И для меня первое, это риф. Это очень сложная штука, потому что если бы я, наверное, жил в каком-нибудь... в советских временах, и тогда это все эстрадная музыка у нас зарождалась, мне было бы делать это, наверное, легче, потому что сейчас очень много вариантов всякого, и все похоже друг на друга. Надо быть очень гениальным, чтобы сделать вообще не похожую вещь. И поэтому ты берешь это мелочь. Вот, допустим, у меня есть «Синий экспресс». Посмотрите, какой риф. Сделал. Я сохранил ритм. Дальше педаль. И небольшой ритмический рисунок. Получается три. И еще удар. После этого очень хорошо ложится мелодия. Риф. Всегда я продумываю риф. Как я сейчас сыграл русские баки? Это то, что подкупает. Вот. И также «Встреча на Эльбе». Маленький, коротенький. Создаем интригу небольшую. Вот что-то сейчас случится. И также таким же методом я объединил несколько, это получается попурри, несколько
русских и американских тем. Что я использовал? Вот этот бумчик, стиль бас-аккорд, он везде. Я бы хотел пожелать нашим русским ребятам, музыкантам, гитаристам, кто занимается этим стилем, чтобы все пробовали наши русские темы, потому что, ну, есть очень много американской музыки. Это все давно сыграно. А смотрите, сколько у нас материалов. У нас есть такие композиторы: Богословский, Дунаевский. Посмотрите, что сделал Дунаевский. Вот раньше начиналось... позывные маяка. Это тоже можно сделать в стиле фингерстайл. И так далее. Любую тему пионерскую. Таких песен советских, потому что тогда работали профессиональные композиторы, и там очень-очень богатые гармонии. Поэтому нам надо брать от своей культуры, есть что брать. Вот еще один пример. Подмосковные вечера, да? Соловьев Седой. Значит, какие есть варианты гармонии? А вот... что я здесь сделал? Я взял немножко нестандартно, я взял движение баса по полутонам вниз, тон, полутон. Вот, как лестница в небо. И здесь также. Поменял здесь несколько техник, то есть сохранился бас-аккорд, но я потом перешел в свинг опять. Вот эти контрасты, они создают такое небольшое шоу. И вот теперь вы знаете, что как правильно играть свинг и бас-аккорд. То есть начинайте с того, что нужно подходить. Есть техника и есть творчество. Нужно переделывать в своем видении, как вы это сделайте, это только от вас зависит. Тогда вы будете художником. Но вот все-таки, как ты относишься вот к педагогике? Неужели можно самостоятельно научиться? Я вот после твоего концерта слушал, подошли музыканты, и так между собой кулуарно, которые закончили консерваторию, по другим музыкальным инструментам, mm-hmm. Говорит, ты знаешь, нереально научиться. Это талант от Бога. Потому что... И ты знаешь, это было сказано, когда вот ты сыграл импровизацию. Mm-hmm. Это же потому, что импровизация, вот мы к этому подходим такой вот, потому что мы много знаем музыкантов, которые хорошо играют. Понятно, нисколько не умаляем достоинств тех, кто играет по нотам. В каждом музыкальном направлении есть какие-то свои нюансы, свои возможности. Но что касается импровизации, именно, то тут вот как бы надо много чем владеть, и, наверное, все в первую очередь еще и талантом, да. Ты мог бы нам вот показать это в стиле буги-вуги, да? Ну, в стиле блюз. Буги-вуги, да. Понимаете, в чем дело? Я всегда таким был приверженцем, как вот сегодня я показывал, от малого до большого. Что я делал, и сейчас вам покажу, это как я изучал цыганский джаз, как они обыгрывают минор свинг. Это всего три аккорда: тоника, субдоминанта, доминанта. И разные, конечно же, можно от них, от ветки аккордов делать. Но это что такое буги-вуги? Тоника, субдоминанта, доминант. И опять-таки разные можно делать модели гармонии. Что такое блюз? То же самое. Но опять-таки я могу сделать в
вторую ступень через двойную доминанту, уменьшенные какие-то. Вот. И все-таки это гармония, это наука. Вот у нас в консерватории был вот такой толстый учебник. Девочки домрицкий решали на 5. Но когда брали инструменты, ничего не могли сделать. Беда в том, что у нас это теоретически. А импровизация, она предполагает, что такое. Я очень требователен к себе, к стилю. У меня бывает такое, что надо записать в студии что-то. И стилистически, вот мне, для меня важен орнамент. Это орнамент блюза, орнамент ирландской музыки. И вот, вот это все в комплексе. Знание гармонии, фразы, ритм, знание других инструментов. Оно приводит к тому, что ты можешь что-то делать. И импровизация — это очень классная вещь, особенно на концерт. Ты ходишь как по лезвию ножа, ты где-то вот здесь рядом. И я вам покажу сейчас пример. Я всегда играю блюз. Меня это научил великий Тони Мануэль. Я смотрю, как делает это он, и понял, что я так тоже умею. Надо просто совершенствоваться. Вот, допустим, каждый предполагает, что есть ритм. Он есть у меня в голове. Я играю с ним. Я в ритме. Вот. И что? У меня постоянно работает ударник. И я начинаю такой делать виртуальный джем сам собой. Я начинаю сначала с тишиной. Я представляю, что у меня там все играет. Потом начинаю первые фразы. Thank you.
То есть ты сидишь сам, я это делаю очень долго. Я на этом завожусь, потом думаю, о, сколько времени прошло. Я где-то там, я беседую, разговариваю. Ясно, да. Бывает удачно поговорил, бывает как-то не договорился, но ты ищешь. Да, все зависит от настроения, да, как проснулся, как выспался. Да? Ну, то есть это такой разговор. Это здорово. Слушай, Данис, я вот хотел бы еще так это сделать на контрасте. Сейчас хотел бы все-таки, чтобы ты показал нам, ну, что-то изобразил на инструменте с нейлоновыми струнами, чтобы показать контраст. Ну, может быть, такое же, то, что будет не очень врезаться, что лучше звучит. Инструмент именно тоже, он такой не совсем классический в чистом виде. Давай я подержу твою гитару. А вот именно с нейлоновыми струнами. Как это будет звучать, да? Обратите внимание, что мы все записываем живым звуком. То есть никакой подзвучки. То есть у нас есть возможность подзвучить все просто вживую, как есть. Потому что это очень важный момент, да? Когда чистый живой звук, да? Без всяких... без всякой подзвучки. Мы, кстати, в этом помещении тестировали многие инструменты, которые... многие наши зрители и слушатели могут видеть на YouTube. То есть именно с одной камеры, с одного расстояния, в одном... Я думаю, да. Валерий, что на этой гитаре очень хорошо прозвучит музыка кантри, блюграсс. Вот, можем показать, что здесь одна дырка, да, и вот очень еще такая интересная. Да. Да, хорошо себя слышно, да. Музыканту, кстати, очень, да, тембрально важно. И самое интересное, что в отличие от того, что она тонкая, у нее звук довольно-таки еще приличный. Да? Я однажды убрал у себя вот этот датчик, вот покажите датчик, когда я ремонтировал гитару, и у меня получилось то же самое. Я услышал, что в моей гитаре, оказывается, есть другие краски. Вот это, кстати, очень нравится, вот мне вот такая штука. Музыкант слышит немножко больше, да, тембрально. Комфортно для себя, да, особенно да. Заниматься. Да. Заниматься очень удобно. Вот нормальный блюграссовский звук. Хорошо подходит для этого стиля. Занес, а вот интересно, если то же самое изобразить только на этом инструменте, вот фрагмент, потому что мы редко такое делаем, да, это хорошо. Наверное, тебе каподастер понадобится. Просто очень важный контраст, да. Ну вот, теперь то же самое, играем эту же вещь. Яшка подастрит вот сюда оставил. Да, да, да. Совершенно другой, да, другие, да, краски, да. Другое это. То есть, я, насколько я понимаю, главное, первый, наверное, это здесь, да,
потом руки, да, идут, пальцы. Потому что слух, как научиться импровизировать, это очень сложная задача. Я себя ты говоришь, что у тебя таким мастером существует не считаю. Система, да, и ты своих учеников все-таки научил. Да. Они выступали на виртуозе, гитару, ребята побеждали там, да. Это очень важно, то есть ты, то, что ты занимаешься еще педагогической деятельностью. Но если кто захочет получить как-то консультацию, они могут тебе как-то выяснить? Да, конечно, ради бога. С разных, мне постоянно пишут, с разных городов ребята спрашивают, что-то советуются. Иногда бывает, я даже там в скайпе кому-то даю. А так, чтобы целенаправленно, если у тебя взять какие-то уроки? Да, там, ради бога, если будет какое-то, ну, найдем общее время, естественно. Время, то есть это можно всегда договориться, да, как бы, да. Что как-то, кто захочет проконсультироваться из тех, кто продвинутых, не продвинутых. Да, очень много ребят занимается этим. Что ты можешь пожелать вот именно посоветовать начинающим, кто вообще вот начинает, и вот он, может быть, лелеет такую мечту, чтобы как бы не учиться в музыкальной школе, а сразу подойти вот заниматься именно этим. С чего начать? То есть купить именно такую гитару? Не обязательно. Мне кажется, надо слушать. В первую очередь это хорошую музыку, которая бы воспитывала, формировала вкус, чтобы можно было. Некоторые люди говорят, я не могу вот это слушать, я слушаю дискотеку «Аварию», как мне вчера один мой знакомый товарищ, он не музыкант, сказал, хорошо, я говорю, понятно. Но нужно все-таки и в музыке воспитывать себя. Я раньше не понимал какую-то музыку, вот то, что я сейчас слушаю, я слушаю с удовольствием. Для меня любимый музыкант там Сильвин Люк и Билли Лавагрен. Я раньше помню себя, когда я первый раз это услышал, я не мог своим мозгом это понять. А сейчас я понимаю, какая это красота. И как это круто, как это ребята делают. Вот. И поэтому нужно формировать в себе вкус всегда. И второе, я просто этот стиль сделал. Еще раз это имя сегодня звучит, Томми Эммануэль. И вот мы сегодня как раз говорили насчет того, что многие ребята пытаются подражать. Даже взрослые ребята на сцене ведут себя, вы же не Томми Эммануэль. И я не Томми Эммануэль. Делайте свое. Просто и тогда у вас будет... Потому что это как такая лихорадка началась, и все делают. У меня студенты тоже так, у них такая была болезнь. Но сейчас они повзрослели. И понимаю, нужно искать себя, делать свою музыку, посмотрите, сколько песен Битлз и сколько вариантов исполнения Битлз. Почему самые великие джазмены играют, и они считают это уже джазовый стандарт? Потому что там есть богатейшие мелодии и гармонии. Пожалуйста, делайте наших композиторов. Я лично занимаюсь, мне нравится русская музыка. Вот. Это здорово, да, потому что вот для меня, как для редактора журнала, очень важный момент, чтобы гитарист имел свое лицо, свой репертуар, потому что это очень важный момент, потому что когда начинают подражать кому-то и слепо следовать, то это на первом этапе, на начальном, это нормально, хорошо, но потом в дальнейшем обязательно надо искать свой репертуар. И у нас как бы... Много имен известных, это гитаристы-композиторы. А гитаристы-импровизаторы, они тоже, вот, когда садятся на сцене, я всегда говорю, это же рождается композиция. Только она рождается вот сиюминутно. И дальше ее потом практически ее не запишешь на ноты. Ну да. Ее можно там записать на видео. Общая, да, какая-то сетка. Же, да. Но это тоже это очень, очень важный момент. И мы знаем много интересных имен, которые и в джазе, и в разных направлениях, да, и в классической музыке есть люди, которые там тоже и импровизируют, и вот техника фингерстайл, я думаю, поможет всем как-то вот открыть горизонты, да, какие-то горизонты и использовать. Вот эта техника, она не ограничивается тем, что нам дали великие. Вот лично для себя я открыл совсем, ну, другие способы звукоизвлечения. Однажды я увидел талантливого парня, который играл обработку «Summertime». Посмотрите, сколько вообще. Альшанский сделал очень классную аранжировку. Я ее играл. Это просто чудо. Но из этого джазового стандарта тоже можно делать свои варианты. Допустим, от какой-то импровизации, ну, можно сделать так, зашифровать эту вещь. Thank you.
Допустим, да, а можно сделать так, как я услышал этот вариант и просто вот одел этот медиатор и стал продумывать, как же можно, какие рисунки. И вот посмотрите, еще один интересный вариант. Дальше я начинаю это все развивать. Совсем неожиданный другой вариант. Это все ритмические рисунки. Хочу обратить ваше внимание на звукоизвлечение. В фанке очень важная, это, конечно, бас-гитара. И вот здесь я ее как раз нахожу. Вот посмотрите, есть куча приемов, которые, как играет басист. Иногда я тоже так джимую, то есть я беру... Вот эти какие-то движения, как делает Виктор Вутон, Маркус Миллер. Это я все применяю в гитаре. Вот посмотрите такое, допустим. Все от бас-гитары. Когда вы будете играть таким же штрихом, как играют басисты, у вас будет звучать именно та музыка, которую вы хотите сделать. Это музыка фанк. Ты сказал, что Томми тебя научил именно каким-то вот флажолетом, да, интересным. Ты у него посмотрел, даже и ты на концерте говорил, что это именно его изобретение, вот это. Он это доработал, очень хорошо доработал. Да, потому что я знаю искусственный, флажолеты вот в классической гитаре. Принцип такой, да, когда 12 ладов ложится там, где бы ты не играл. Здесь вот какая система, расскажи поподробнее. Да. Искусственные натуральные флажолеты. Там для тех, кто не знает, может посмотреть книжки. Да. Натуральный флажолет, искусственный флажолет, да, мы берем на 12. 12 расстояния ладов между. А теперь флажолеты на акустической гитаре. Каждый аккорд, здесь в чем хитрость, что не все звучат флажолет, а звучат ноты натуральные и флажолеты. Вот. И получается, посмотрите, вот допустим, я сейчас так сыграю. Вот
такой арпеж. Вот, а теперь делаем вот такие. Далее. А, что происходит? Посмотрите, я беру ноту ля. Да. Здесь у меня звучит. Секунду, да, соль диез. Видите, не вся флажолета, да, ведь? Теперь следующий. Уже. И следующий момент. На другой струне. Каждый аккорд можно... Такие модели, как в томе пьесы Мишель. Вот принцип, значит, натурального звука и в секунду флажолет. А вот еще интересное было, это тоже, как бы ты говорил, что Томми является, это, придумал, это имитация волынки, да? Ну, этот еще Модест Петрович Мусоргский в старом замке использовал. То есть, просто как это на гитаре, он на гитаре не использовал, да? На гитаре не использовал. А, здесь... происходит этот постоянный ритм пунктирный. Здесь он просто идет. Причем очень важно соблюдать в этой тональности этот интервал, потому что квинта и кварта туда может подойти, терция нет, конечно же. Ну вот у нас как бы уже к завершению двигается, да, наша встреча такая небольшая. И я хотел бы, чтобы ты представил что-то новое из своего репертуара. Я знаю, что ты выступаешь в роли как и гитариста-композитора. И какие у тебя там, чем ты нас порадуешь? Я соединил, сделал синтез фингерстайл гитаристов и традиции Джанго Рейнхарда. Это джипси-гитара, цыганского джаза. И вот получилась как раз такая вещь. Повлияла на, конечно, Билли Лагрен. Thank you.
Thank you.